Здарова, Империя! Микрофон Артём, канал SnowWorm TV. У нас на обзоре сегодня новая игрушка, ретро-игра в стилистике Дэнди. Прикольно. И что удивительно, я не знаю, возможно, у меня это так, а может быть нет, игра бесплатная в Стиме. Если это так, пишите в комментариях, у вас тоже она бесплатная. Интересно, может быть, это глюк, лак? Неужели игры бесплатно раздаются такие? Чем вообще разработчик будет зарабатывать этой игрой, и раз тут особо-то и нечем зарабатывать. Возможно, это его первая игра, и как показатель, он, может быть, хочет ее показать. Ладно, не суть. Так, у игры нет русского языка, есть английский, китайский и Stargame, погнали. Так, играть мы будем за Пейкбоя. И, кстати, игра с первого взгляда, мне знаете, на что похожа? Была на Денде игрушка... Паник ресторан называла, что ли? Вот что-то в этой игре есть от этого. Так, мы умеем бить кулаком, и, в принципе, на этом все. Нет, выглядит прикольно, да? Вот такую игру, да и на картридж. О, это что? Я какой-то этот взял. А как им пользоваться? А, можно переключать. Во! Можно переключать и кидаться. Так, ньют какой-то. На. Лови. О! Пирог. Берем. Ну, есть музыка, в принципе, почему бы и нет, да? И как бы нормально. Какие-то черви на нас нападают странные. Так, о! На, лови. Полетел он отсюда. Так, бабки, бабки. Так, а как вот... А, подожди. О, нифига себе, это бумеранг. А, во. Сейчас я собью ее. А, собрали 3. О, нам, кстати, ачивку дали. Все, вот он. Наш пирог. Так, еще ачивку какую-то дали. Так, отлично. Идем дальше. Один уровень из 2. Я не знаю, что, кстати, есть ли тут боссы. Было интересно. А как так? О, подожди, а как вот сюда? А, во, смотрите, получилось. При помощи курасана. А, двойной прыжок есть. Обалдеть. Да, он сальтуху делает, конечно. Так, о, паук. Точно там. Ножницы свои, смотри. Так, это я хочу. Здесь есть секреты какие-то, нет никаких? Так, паук, давай-ка ты это... Поаккуратнее там. Оп, нет паука. Ну, паука, нет паука. А, смотрите, уже это... Сиреневые змейки ползают. Так, паук, а что он делает? Ну-ка, оп, апа. Не получилось, да? О, смотри, нифига себе. Помню, такие пауки были в этом. Трехглазики. Из них падали монетки. Из этих нифига не падает. Так, осторожно, вот здесь надо. А, я думал, он упадет, нет. Думал, там внизу яма. И думал, все, хана. Моим денежкам. Вот так вот. Во! Секрет! Отлично. 6 хп. Так, это что такое? Это яма, да? Я думал, зацепиться можно. Не, это не решетка. Цепляться за нее мы не можем. Так, вот здесь опасно. О, аккуратно. Чуть не разбился. Есть секреты? На. Лови. Отлично, торт. Берем. Ну, по музыке мало-мало звукового этого. Кстати, этот уровень очень похож на этого. Вот эти домики... О, да, это этот. Черный плащ. Опа, мышь. С половником. А мелодия, знаете, откуда? Немножечко напоминает этот. Как он назывался-то? Дайте я вам скажу, если вы мне скажете сами. Блин, как же... Little Nemo, где этот с пижами бегает и там зверушек кормит ягодками и потом залазит с ним. О, пирожок, кстати, внутрь. Ой, это бомба. Так, подожди, сейчас мы взорвем мышь. Отлично, аккуратно. Еще одна мышь, на, лови. Есть еще чемодан. Денег. Так, хочу босса. Так,
аккуратно. Главное не упасть. Червяк. Важный такой у него галстук, что ли, там? Зеленый, или что это такое у него там? Так, здесь, походу, что-то нужно взорвать. А, у меня же вот эта штука. Во! Отлично, еще одна жизнь. Итого у нас 8... Так, это кто? Ай. Две жизни... А, у нас 4 жизни всего. Два раза он в меня попал. Так. А, второй уровень пошел. Интересно, насколько длинная... Так, пчелы. Оп, аккуратно. Насколько длинная эта игра? Учитывая, что она бесплатная, я не знаю, наверное, на ней не так много уровней. Блин. А, не убивается, все. Нормально. Я думал, их нельзя убить. А тут как? А, вниз я, наверное, наступить могу. Да, вот же сюда могу. А, нет, не могу. Черт, я думал, могу. На самом деле нет. Аккуратно. Так, не в эту сторону бей. Ты сюда не ходи, туда ходи. Могу я на нем? Нет, не могу. Думал, могу на голову наступать. Так, есть одна, это осталось жить. Но я пробежал этот уровень. Так, это что? Что это? Я думал, это босс. О! Был горизонтальный уровень, теперь вертикальный. Неплохо. О, секрет нашел. Так, пауки, убийцы с ножами. Ай, что-то упал. Я люблю такие уровни. Прыгать неудобно. Все. Хана. Курасаны кончились. Ты кто? Муравей или богомол? На. По хребтине. Да блин, не запрыгивает. Давай, спускайся. А, во. Блин. Прямо на башку прыгнул. Курасан. Блин, я могу сюда запрыгнуть. А, я могу запрыгнуть сюда. А как, вниз? Ага, во. Какие-то монетки. Или колечки, наверное, какие-то. Которые... молоко добавляются. Но боссов тут, я так понял, нет, да? Я допрыгнул, нет, оттуда? Нет. А я могу с другой стороны, по-моему, допрыгнуть. Да. О! Еще монетка. Так. 21 штучка у меня их. Жалко, боссов нет. Опа, а сюда как? Подожди, как туда попасть? Отсюда я не допрыгну. Сверху, наверное. Да, сверху можно. Сейчас мы достанем эту корзинку. Нам дадут еще одну жизнь. Вот так вот. Есть. Отлично. Давай наверх. А, не сюда. Сюда сначала. Блин, ни разу не попал. Этим колечком. Все, торт. Дойдем до третьего уровня и, я думаю, в
хватит, да? Всем, кому, в принципе, интересна игра. Игра бесплатная. Попробуйте сами поиграть, скачать ее. Возможно, вам понравится. Кто, как не я, будет показывать такие игры вам, потому что никто из ныне живущих на Ютубе не показывает такие игры. И как им развиваться, вообще непонятно. А может быть, кто-то такие игры любит. Все-таки она очень похожа на что-то из детства, из Дэнди. Но на компьютере. Так, я освободил его. А как вот тут сломать? Блин, а как? У меня нету. Сюда залезть не могу. Ага, все, понял. Есть еще одно хп. А теперь надо как-то выпрыгнуть и не сдохнуть. А! Не допрыгнул. Е-е-е. Неудобно, неудобно. Немножко не допрыгнул. Не рассчитал, как говорится. Блин, ударила меня ложка своей. Так, жизни здесь больше нету. Отлично. Блин, стой, а как тут? Надо выждать, да, момента? Отлично. Неплохо. На, что ты там ползаешь? Пауки. Так, ну эту штуку брать не буду. Не люблю эти уровни, где нужно постоянно куда-то прыгать, и везде эти ямы. Все, хана. Блин. Ох, еще и заново. Вот это, кстати, жестокий уровень, на самом деле. Чекпоинтов никаких нету. Опа, как я обманул паука. Приходится выжидать. Ай, почему она не умерла? Ладно, сейчас мы этот уровень пройдем. Смотри, а паука с одного этого удара убивает. Плюшка вот эта. Да, вот этот, конечно, дурацкий момент с прыганием. Вот здесь я не вовремя прыгнул. И не достал. А как тут? Подожди, я тут не успеваю. А как тут? Оп, хорошо, допустим. А дальше? Вот так, да? Не, ну это какой-то гадкий уровень на самом деле. Не хватало, чтобы... Опять этот. Ух ты, ух ты. Чуть не убил меня. Но это, по сути, босс, типа, да? Такой. На каждом, получается... Ну, музыки, да, музыки немного. Теперь красная змейка ползает. А, теперь она с двух ударов убивается. На каждом уровне, допустим, один из трех, два из трех... Три из трех, там вот этот босс, да, который кидается какими-то этими. Ладно, давайте здесь остановимся. Всем, кому понравилась данная игрушка, берите на вооружение. С вами был Ксадар Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы. Увидимся. Всем пока.